Всем привет. Решил порыбачить немножко подальше. Еду в Рязанском направлении. Вышел у Конобеева, иду на речку Нерскую. Решил рыбачить около моста. Пробил эхолотом глубины. Глубины небольшие. 1,1, 1,2, 1,3 метра. Нашел ямку 1,5 метра недалеко от берега. Насадок я взял прилично. И червя, опарыша, несколько видов хлеба. Хочу поймать что-то посущественнее. Ну, простояв часа два и просмотрел камеру, увидел, что на дне много плотвы некрупной и уклейка. И решил уже рыбачить только на опарыша, поставив крючки поменьше. Смотря сверху на воду, вода кажется довольно чистая, а камера около дна видит ее красноватой. Это, скорее всего, из-за того, что вода речки Нерской протекает сквозь болото.